Отец наш Небесный, я молю, чтобы Ты открыл наши сердца и укрепил нас на правильном пути. אנחנו נסתכל בטקסט שאתם מכירים טוב מאוד, זה יוחנן פרק 15 ואחר כך 16. Мы сейчас будем изучать текст, который все очень хорошо знают. Сначала откроем Иоанна 15 главу, потом 16. וגם אנחנו נקרא היום קצת מהתגלות. И также мы будем читать сегодня из Откровения с 3 главы. אז בהתחלה יוחנן 15 ואני קורא פסוקים 26 ו-27. Иоанна, глава 15, 26-27 стихи, я читаю. «Бебево минахем, ашер шлах лахем меав, мет хаав, руах аэмет, айуцет меет хаав, ху яид элай, вегам атем таиду, мифней шеми хатхала атем ити». Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать обо мне. И также вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мной. Иешуа мидабер ле талмидав. Иешуа говорит со своими учениками. И они ожидают, что вот скоро что-то произойдет. И мы знаем, что после этих слов, даже, может быть, на следующий день или через несколько дней, Иешуа был распят. Но вот он говорит со своими учениками. И он говорит, что когда я пойду, придет Святой Дух. И он будет свидетельствовать обо мне. И вы также будете свидетельствовать, потому что вы от начала со мной. Когда я читаю этот текст, он дает мне, и я надеюсь, что и вам, кивун, נגד גאווה. И мне это дает, надеюсь, что и вам тоже, направление против гордости. Есть разные движения, ששמים מבט או דגש יותר מדי גדול על הדובר הראשי, אולי פסטור, אולי רב, לא חשוב על מי. Есть движения, которые очень много внимания уделяют главному спикеру, пастору, проповеднику. Может быть, раввину, неважно, как называется. Но здесь Иешуа говорит, что, во-первых, Дух Святой будет свидетельствовать обо мне, а вы только после этого. Как Дух Святой может свидетельствовать? Обычно на библейском языке, когда Дух Святой свидетельствует, когда говорится, что Дух Святой свидетельствует, говорится про пророчество. Но для пророчества нужен пророк. Для того, чтобы был человек, который провозглашает, так сказал Господь, и говорит, что Бог говорит. Но здесь написано, что Дух Святой будет свидетельствовать, а вы только после Него. Это наводит меня на разные мысли. Я надеюсь, что и вы будете получать разные мысли, и это хорошо. Но после того, что я видел, я пытаюсь идти за Иешуа уже очень много лет. Я вижу, что человек до того, как он открывает свое сердце Богу, что-то с ним происходит. Возможно, разные вещи вокруг него. Но его сердце становится мягким и более готовым для того, чтобы услышать и провозгласить. И это очень особенная ситуация. И нельзя не обращать на нее внимания, потому что Дух Святой работает разными путями. Но нужно помнить,
Дух Святой всегда впереди. Он всегда первый. И когда мы разговариваем с кем-то, и с Божьей помощью человек этот открывает свое сердце для Мессии и кается, и принимает Иешуа к своим Господом. Но награда не принадлежит нам, потому что это была работа Святого Духа прежде всего. Я хочу сказать, все время, все, что мы делаем, наше служение, которому мы служим, нам нужно опасаться для того, чтобы мы не возгордились. Потому что написано, что Бог гордым противится. Но Он смиренным, написано, дает благодать, Он близок к смиренным сердцам. Иногда мы упорствуем и говорим: «Я знаю». А я знаю, это всегда очень частично. И вы знаете, такая шутка есть. Если вы спросите у бухгалтера, что значит 2+2, он скажет: а что надо, чтобы получилось? В этом мире не все ясно. И нам нужно понимать, что не все нам понятно. Я продолжаю читать. Кореми пасук решен, отцов пасук, Иоанна 16 глава с 1 по 11 стихи. Отцов пасук 4. С 1 по 4. Ваз эле адварим элехим в... את אלה דיברתי אליכם כדי שלא תכשלו. הנה, ינדו אתכם, ואף תבוא שעה שכל ההורג אתכם יחשוב זאת לעבודת אלוהים. את הדברים האלה יעשו לכם כי אין הם יודעים את אבי אף לא אותי. ואני... הגדתי לכם את הדברים האלה כדי שבבוא השעה תזכרו שאני אמרתי לכם. לא אמרתי לכם אותם בתחלה משום שהייתי איתכם. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. Гонение за нашу веру в Мессию. В то время, когда Иешуа говорил ученикам эти слова, центр общественной жизни был в синагогах. ואנשים היו ממש קשורים, כאילו שם היו באים, מדברים, אולי עושים קצת ביזנס, תפילות, מתוכננים איזשהו תוכניות. Люди собирали в синагогах не только там и молились, и делали какие-то дела, и строили планы, то есть это был центр общественной жизни. אז ישוע אומר, אם אתם תלכו אחריי, אתם תקבלו רדיפה. Иешуа сказал, что если вы будете идти за мной, то вас ждут гонения, изгонят вас из синагог. Если мы говорим про сегодня, не все сосредоточено в синагогах. У нас есть работа, у нас есть места, где происходят разные события, люди учатся в разных местах, есть разные хобби, которые соединяют людей вместе. שלי ואשתי נסו למפגש של אוספני רכבים רטרו, הביטל, הז'וק הזה, כך הוא נזווה את Вчера мой сын и моя жена поехали на сбор коллекционеров винтажных машин, то есть там, да, правильно, Рами?
והיו שם כמה, 30 רכבים מכל הארץ, אנשים באים ביחד, יש להם איזשהו טוס, והם נהנים שם מכל העניין הזה. Ну, где-то 30 человек приехали на своих ретро-автомобилях, и они там и обменивались мнением. Ну, вот у них была такая... יש דברים שאנחנו אוהבים. Есть вещи, которые нам нравятся. ולפעמים אנחנו מסתירים מי אנחנו. И иногда мы скрываем, кто мы есть. אבל ביום... אחד. Но в один день. אתה לא תצליח לשמור על האש שחי בפנים. Ты не сможешь контролировать огонь, который живет внутри. ויום אחד אלוהים ידחוף אותך. И в один день Господь подтолкнет тебя. להעיד ולהגיד על הדברים. Свидетельствовать и говорить о тех вещах. שיש מצווה להכריז אותם. Потому что есть такая заповедь от Него провозглашать эти вещи. זה יכול להיות מקום עבודה, או מקום כיף, או מקום לימודים. Это может быть место учебы, место работы или место какого-то просто развлечения. אולי משפחה שלך, רחבה. Или возможно твоя семья, твои родственники. ובגלל אמונה שלך במשיח יכולים להגיד לך אתה לא רצוי כאן. И из-за того, что ты веришь в Мессию, тебе могут дать в одном из этих мест сказать, ты здесь нежелателен. ויישוע אומר. Иешуа говорит. בהתחלה לא אמרתי לכם את זה כי הייתי איתכם. Вначале, в самом, я не говорил вам это, потому что я был с вами. תמכתי בכם. Я вас поддерживал. היה לכם תמיכה שלי במרחק של היד. У вас была моя поддержка на просто расстоянии вытянутой руки. אבל כשפתאום תרגישו את לבד. Но когда вы почувствуете себя одинокими. ותקבלו רדיפה. И вас будут гнать. אז זה יהיה זמן לפנות אליי ולקבל יותר כוח ולא להתאכזב. Тогда это будет правильное время обратиться ко мне, получить больше силы и не поддаваться разочарованию. אני רוצה להגיד לכם, חבר'ה. Я хочу вам сказать. שתודה לאל, ואנחנו מתפללים שזמני חופש ימשיכו. Слава Господу, и мы молимся о том, чтобы время свободы слова продолжалось. כי כתוב. בברית החדשה תתפללו עבור ממשלה שיתנו לכם חופש להיות מי שאתם. Написано в Новом Завете, молитесь за правительство, чтобы вам проводить жизнь свободную, чтобы вы могли стоять в вашей свободе и быть тем, кто вы есть. Но лифи истории אנחנו רואים שמדי פעם קורה מה שנקראת רדיפה. Но из истории мы видим, что часто происходят времена гонений. והדברים האלה בדרך כלל קורים. И эти вещи обычно происходят. בזמן של חופש גדול. Во время большой свободы. במיוחד לדברים מוזרים לגמרי. Особенно для очень странных вещей. שסטנדרטים אלוהים נדחים, וסטנדרטים של רע קופצים. Когда отвергаются Божьи стандарты и злые стандарты поднимаются вперед. И тогда можно вроде бы все. Ты можешь быть мужчиной и женщиной. Ты можешь стоять на голове. Ты можешь делать все. Как бы. Но верить в Машиаха, верить в Бога и в Его стандарт, уже нежелательно. Он хочет укрепить нас. Бог хочет, чтобы мы были внутренне сильными. דבר הקדוש שבתוכנו תמיד יקבלו בעולם הזה. И чтобы мы не ходили в иллюзии того, что то святое, которое во что мы верим, примут в этом мире. אני ממשיך לקרוא. Я продолжаю читать. ואני ממשיך מפסוק 5. И продолжаю с 5 стиха. עד סוף פסוק 16. До 16. עכשיו הולך אני אל שולחי, ואיש מכם אינו שואל אותי לאן אתה הולך. מפני שדיברתי אליכם את הדברים האלה ונתמלא לבבכם עצב. אבל אני את האמת אני אומר לכם, מוטב לכם שילך. אם לא ילך, המנחם לא יבוא אליכם. ואם אלך, ישלח אותו אליכם.
כאשר יבוא יוכיח את העולם על חטא ועל צדק ועל משפט. על חטא מפני שאינם מאמינים בי, ועל צדק כי אלך אל אבי ולא תוסיפו לראות אותי, ועל משפט כי נשפט שר העולם הזה. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам, это печалью исполнило сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если я пойду, то пошлю его к вам. Он, придя, обличит мир о грехе, о правде, о суде. О грехе, что не веруют в меня. О правде, что я иду к отцу моему, уже не увидите меня. О суде, что князь мира сего осужден. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Ибо когда придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Здесь написано. Йешуа говорит своим ученикам. Вы не хотите, чтобы я ушел? Я думаю, что они не до конца понимали всю ситуацию. И Йешар и Баакифин унесали разбирать им, что они улег ламут. И прямо или намеками, но он пытался объяснить им, что я умру, и я вернусь к своему отцу. И они говорили, почему мы любим, что ты с нами здесь. И они как бы говорили ему, ты ведь Мессия, царь мира, ты обязан остаться с нами. Но Йешуа говорит, нет, пока еще нет. Еще не совершилось. А когда это совершится, то я пойду к своему отцу. И придет утешитель, Святой Дух. И в 8 стихе написано: обличит мир о грехе, о правде и о суде. Лама לא היה מספיק זמנים של משיח שהוא דיבר בעולם הזה על חטא ועל צדק ועל משפט העתידית. Почему не хватило того времени, когда Мессия был на этой земле и говорил о грехе, о правде, о суде? אז קודם כל אני רוצה להגיד שכשאנחנו פותחים תנ"ך כולו, я хочу сказать, что когда мы открываем תנ"ך, תמיד יש הכרזה הזאת ומסר הזה על חטא, על צדק ועל משפט. Всегда есть это провозглашение про грех, правду и суд. אם אנחנו חוזרים לגן עדן, если мы возвращаемся в Эдемский сад, ואנחנו רואים אדם וחווה חטאו, и мы видим, что согрешили Адам и Ева, וכתוב בפרק 3, בבראשית פרק 3, שכל אדוני בא אליהם ואומר, חטאתם. И тогда в Бытие, первой главе, мы да, читаем, что голос Божий сошел к ним и сказал, вы согрешили. Вы перешли границы правды. И вы изгоняетесь из Эдемского сада, это ваш суд. מות תמותו כתוב. Смерть умрете написано. והדברים האלה קרו פעם אחרי פעם. И эти вещи произошли раз за разом. כשנועה היה בונה את התיבה שלו. Когда Ной строил свой ковчег. הוא היה מכריז שהעולם טבע בחטא. Он провозгласил, что этот грех, этот мир погряз в грехе. ואם אתם באים לאלוהים יכולים להיוושע. Если вы приходите к Богу, то вы можете получить истину и получить спасение в ковчеге. А остальной мир переживет суд, и он умрет. То же самое мы читаем, когда мы читаем слова Муше. Суд на Египет. Правда на верующих. זה הכל בגלל חטא. И все это происходит из-за греха. כשאנחנו קוראים סיפור יונה, когда мы читаем рассказ Ионы, ואלוהים שולח את יונה להכריז חטא, צדק ומשפט לעיר ניניביה, и Бог посылает Иону, чтобы провозгласить правду и суд для город Ниневия. אז אנחנו רואים שהדברים האלה כן מוכרזים בעולם מההתחלה. Мы видим, что эти вещи провозглашены в мире с самого начала. אז למה כאן ישוע אומר עדיף ש
Руха Кодеш и дабер элехем аля мунахим аэле, ло они. И почему тогда Дух Святой говорит, Иешуа говорит, что для вас хорошо, если Дух Святой будет говорить с вами про все это, не я? Кодем коль... זרק דעתי. Во-первых, я сейчас вам говорю свое мнение. ואם אתם מבינים את זה בצורה אחרת, זה גם בסדר. Если вы понимаете это по-другому, то это нормально. כשישוע נולד ועד זמן צליבה ותקומת מן המוות. Когда Иешуа родился и со времени его распятия и до воскресения из мертвых, он представлял милость Бога. Время, когда можно получить спасение. После того, как он вошел в свою славу, он принял на себя בגדי מלך ושופט. Одежды праведника לא, и מלך, царя ושופט. И судьи. וזה אומר שהוא צריך להכריז משפט אחרון. И это значит, что он провозгласит последний суд. אז הוא לא רוצה לעשות את זה. Он не хочет это сделать. רוצה שסבלנות אלוהי עדיין יימשך יעבוד בעולם. Он хочет, чтобы Божье долготерпение все еще действовало в этом мире. אז הוא בוחר לעצמו להיות לימינו של האב. Поэтому он выбирает для себя встать одесную Бога. ושרוח הקודש תמשיך זמן רחמנות. И чтобы Дух Святой продолжил это время милосердия. שתמשיך לגעת בבני אדם. Чтобы продолжил это время, когда он прикасается к людям. וברחמנות לדחוף בן אדם להבין חטאתי. И в милосердии подталкивать человека к осознанию того, что он согрешил. וברחמנות לדחוף את בן אדם למקום אני יכול לקבל צדק. И в милосердии подталкивать человека к тому месту, где он осознает, я могу получить правду в Мессии. И несколько раз в том тексте, которым я прочитал сегодня, написано: грех, что не уверовали в меня. Верить в Иешуа. חלקים בהיסטוריה. И мы знаем периоды в истории. שעמים שלמים היו פונים להאמין באלוהים דרך משיח ישוע. Что целые народы обращались к вере в Иешуа. אבל אנחנו עכשיו חיים בזמן רדום. Но мы сейчас живем в такое сонное время. ואנשים אולי מאמינים, אבל זה הכל באיזי כזה. Ну и люди, может быть, верят, но все так очень легко. אבל אלוהים, אני מאמין כך, גם מה שדיבר היום מישה, רוצה להרים רמת האינטנסיביות מבחינת האמונה שלנו. Но Бог хочет поднять интенсивность нашей веры. אם יצא לכם פעם לראות או לקרוא אולי עדויות של אנשים שבגלל אמונה בישוע עברו סבל, אולי בתי צוהר, או כל מיני איסורים אחרים. Если вы когда-то, может быть, слышали или читали свидетельства людей, которые из-за веры в Иешуа пережили гонения, может быть, их сажали в тюрьму или они переживали какие-то страшные вещи, то вы тогда смотрите, слушаете и думаете, как человек вообще может такое выдержать? כשאלוהים רוצה דרך סבל לדבר אם אלוהים רוצה שמישהו דרך סבלו יכול לדבר לאחרים, אז לסובל הוא יכול לתת כל כך הרבה כוח על טבעי. Если Бог хочет, чтобы через страдания другого человека другие получили свидетельство, то Бог дает очень много силы и утешения тому, кто страдает. אבל אנחנו, כשחיים בעולם פחות או יותר כזה אוטונומי, כמעט בלי נגיעה של בעיות. Но мы живем в таком автономном мире без того, чтобы на нас обрушивались действительно большие проблемы. Мы совершенно не понимаем этих вещей. Написано, что это может произойти, и никто не знает, когда. Квар ба макумот дей бриим ба улам еш редифа негед мааминим. И даже в достаточно прогрессивных странах есть гонения на верующих. Я не говорю про Судан. Я
Я говорю про страны вроде бы демократические, но там вера в Мессии считается чем-то ненормальным, и людей называют фанатичными, и на которых поставили крест. Атем фанатим. Вы фанатичные. Аваль, они пошут. Но я просто читаю, что здесь написано. Дух Святой свидетельствует в этом мире о грехе, правде и суде. Написано также, что он первый, а после него мы также должны свидетельствовать. И только чтобы Бог дал нам силы делать это. Естественно, мудрость. Потому что есть еще одна очень ясная заповедь. Не бросают жемчуг перед свиньями. Нам нужно знать, когда говорить. Но мы обязаны провозглашать эти вещи. Я хочу перейти к откровению. Мы знаем, что в Откровении во второй и в третьей главе Мессия обращается к семи общинам. Я хочу только к одной общине прочитать его обращение. Это Откровение, 3 глава, с 6 стиха. Потому что мне кажется, что здесь это актуальное слово для нашего времени. Здесь говорится про те общины, которые я знаю. Я не знаю все, но знаю многие. И вот они похожи на то, что здесь написано. Аль-Малах Кигилат Филадельфия Ктов. Эт хеле адварим омер хакадош вахамити, ашер ло мафтех Давид, хапотех вэйн согер, вэсогер вэйн потех. Ани юде эт хмаасеха, ине натати лифанеха делет птуха, ашер эйн иш яхол лизгор, ки меат коах леха, вэшамарта эт двари вэло Хитхакашта лишми. Тихриба вакаша мешева отцов шмоне. И ангелу Филадельфийской церкви напиши. Так говорит святой истины, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Знаю дела твои. И я, вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего. Я знаю общины здесь, особенно здесь, в Израиле. И сказать, что здесь есть действие Святого Духа, которое проявляет чудеса и знамения, как 2000 лет назад, то ну совсем нет. Мы хотим этого. Иногда мы молимся об этом. Иногда. И мы говорим: Господь, соверши твои чудеса и знамения. Но если это не происходит, то мы отчаиваемся и говорим: ну нет, так нет. И как факт мы должны принять то, что у нас нет много силы. Возможно, это такое время. Но Бог говорит, что да, все еще двери открыты, и вы заходите в эти двери. И я хочу ободрить вас зайти в эти двери, которые Бог открывает перед вами. Что значит эти двери? Наша духовная жизнь — это не только жизнь в общине. Если ты зашел в ту дверь, где ты учишься, работаешь, развлекаешься с друзьями, то будь там светом. И если ты находишься там, то ты сеешь семена.
И в один день Бог возрастит эти семена и будет плод. Потому что никто не может закрыть эту дверь. Несмотря на противостоящих. Гинени нотен аншим мякнесет хасатан аумрим ягудим анахну вейнам эйн хем эле мишакрим. Раэ, они осе, шехем явоу, виштахаву лиреглеха, виядву, вшани итхем. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. Ве альтифаршу маше катув кан кепшат, Эли Иудим эм бетнесет Сатан. Только, пожалуйста, не толкуйте это место Писания, что вот те иудеи — это сборище сатанинское. Ки кше кан мидубар эль кигила ба Филадельфия. Потому что когда здесь говорится про филадельфийскую общину, а я шам эйзешу квуца, там была небольшая группа людей, шем бихлял ою Иудим, которые вообще не были евреями. Аваль במסגרת האמונה שלהם הם היו אומרים לעצמם ישראל חדשה. Но они в рамках своей веры говорили про себя, что они новый Израиль. ובקרבם היה כל כך הרבה חטא נגד סטנדרט של אלוהים. И среди них было столько греха против Божьего стандарта. אז ישוע אומר לקהילה אלה שבזיוף קוראים לעצמם אנחנו יהודים, הם תגיעו וישתחוו לפניך. Что Иешуа говорит своей общине, что те, которые себя называют Израилем, они придут и поклонятся тебе. Иштахаву лифанеха. Поклонятся перед тобой. Ма зат умерет? Что это значит? Аим мишу ме кигила ба Филадельфия, а я мамаш холем, шу юшев каха, ве мишу ба, ве миштахаве лифанав. Что идет? Кто-то из филадельфийской общины сидел и мечтал о том, чтобы придут к нему эти грешники и будут перед ним поклоняться этой глупости. За аллегория. Это просто аллегория. Аваль катув кан. Но здесь написано. Элеше мисуманим бе штуйот хамодерниот. Те, которые отмечены, одурманены современными глупостями. Шел хофеш ваколь яхоль. Свободой и всемогуществом. Канире бегляль о севель, о юж, о хосер тиква. Возможно, из-за страдания, отчаяния или безнадежности. Эм кен тагию ле эле ше махзиким. Они придут к тем, которые держат истинное откровение. И они скажут, да, моя свобода не наполняет мое сердце радостью. Помоги мне найти истину. То, что Миша сказал. Они сошли слишком вниз. Нису веламду аль басарам, ше эйн чувот анахонот баулам азе. На своей михапсим эмет аамитит. Плоти они узнали то, что нет настоящих ответов, и тогда они вернутся к истине. Они мамших ликро ми пасук эсер, мипней ше шамарта эт мицвати ле амида бесавланут, гам они ишморотха ми маасе משעה ניסיון העתידה לבוא על כל תבל לנסות את יושבי הארץ. אני בא מהר, חזק במה שיש לך, כדי שאיש לא ייקח את העטרה שלך. 10-11 стихи. И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Иногда мы смотрим на примеры великих верующих в прошлом и говорим, почему мы не такие? Не знаю.
Elohim le kol dor noten et ha kriya shelo, koach shelo, vedoresh beneimanut limale ma sheu natan. Каждому поколению Бог дает свое призвание, свою силу и требует верности сохранить то, что Он дал. Ve'omer i biglal she'ata shomer ma she'ani natati lecha, gam ani shmur otcha mipnei nisyonot. И Он говорит, если ты сохранишь то, что я тебе даю, то я тебя сохраню от этого времени искушений. Ve'ani rotze le'agid le'kulchem. Я хочу сказать всем вам, вы помните молитву Господню? Не веди нас в искушение. Это должна быть наша каждодневная молитва. Несмотря на то, что иногда искушение, иногда в нас нам дает опыт. И это тоже хорошо. Я продолжаю. Аминацех ани ясеу амуд бехейхел Элохи, вело юце од ахуца, вихтов алав эт шем Элохи, вет шем ир Элохи, Иерушалаим хадаша, хайоредет мишамаем мед Элохай, вет шми ахадаш. Побеждающего сделаю столбом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с небес от Бога моего, и имя Новое. Ло ли нацех эт оев ба эзишу файт галуй казе, шекулям ягиду вау, эзе хазак ата. Побеждающий имеется в виду не победить врага в каком-то явном бою, когда все скажут: «Вау, какой ты сильный». Потому что гордость и похвала людская — это все глупости. Но сделать то, к чему Бог призвал тебя. И еще что-то Он сказал человеку в Эдемском саде. Возделывай свой сад. Это то, что каждый из нас должен делать. Верности. И быть готовым. Потому что иногда испытания приходят от Бога. А иногда мы впадаем в искушение и должны стоять в верности. Пусть Бог поможет всем нам быть на вершине. А если мы спустились вниз, то взобраться туда заново. И продолжить наш путь без падений. Давайте мы встанем и помолимся. Отец наш Небесный, я благодарю Тебя за этих дорогих людей. И я благодарю, что мы перед Тобой как открытая книга. И ты знаешь, что в нас несовершенное, и где ты должен сделать исправление, а где мы сами должны сделать исправление. Я молюсь, чтобы каждому из нас ты дал эту возможность совершить исправление. Мы полагаемся на Тебя, на силу Святого Духа, на Твое обетование, Господь наш Иешуа. Мы молимся перед Тобой, Отец наш Небесный, чтобы во имя Господа Иешуа Ты укрепил нас, чтобы мы были светом в этом мире. Скажем аминь.